Всем доброе утро. С утра варю кисель домашний. Кто не умеет, сейчас покажу. Вот водичка у меня 2,5 литра. Сегодня побольше готовлю. Закипает. Стаканчик сахара туда. И вот в морозильнике замороженные ягоды лежат. Уже тоже пошубились. Надо все это подъедать. Вишня без косточек. Отправляем сюда половинку. Половинку еще оставлю. Закрасится хорошо. И клубника есть. Там совсем лед. Опа. И клубничку всю отправлю. Девчонки, когда нет ничего, яблоки свежие, могу груши, если это лето. Тоже все будет вкусно. А, и всю вишню отправлю. Насыщенно будет. Вкусненько. И понадобится нам крахмал. Либо картофельный, либо кукурузный. У меня кукурузный. Нет, у меня картофельный. Кукурузного мало. Возьму картофельный. Все, пусть покипит ягоды, чтобы отдали вкус. Минут 10 пусть покипит. Ой, потом будем доваривать. Вот здесь у меня замачивается мяско. Так, это хочу на ужин приготовить бишбармак. Это говядина. Видите, прям тут огромные кости. Это вот прям вот тут задние ляжки. Вот эта кость большая. Я убрала, подписала, что на бишбармак. Жирненько, все, конечно, в костях сами рубили. Вот видите эти самые косточки, вот они. Как раз поварю, все отойдет. С тестом вот жирненькое. И сделаем бишбармачок. 2 мешочка подписала в этом году, хорошо, быстро нашла в морозилке. Это будет у нас на ужин. Вот сейчас на обед кисель. Доедим вчерашнюю говядинку. И осталось как раз к обеду эти оладушки. Все, на ужин что-то надо испечь. Мне хочется блины с творогом. Или запеканку можно. Нет, запеканку, наверное, нет. Возможно, блины с творогом. Вот между ними и соч не хочу. Посмотрю. А может, вообще завтра все это буду печь. На сегодня и так бишбармак. Сейчас тесто сама буду замешивать. На обед у нас, как я сказала, доедим говядинку. Ну, там ее маловато, что мужики у меня весь день на улице работают. Надо их поплотнее накормить. И у меня домашние купаты. Купаты поджарю. Вот, покушаем. Нормально будет. Все прокипело. Если с косточкой вишня, можно процедить все. Я процеживаю и прям перетираю, чтобы еще сок от вишни сюда пошел. Так, теперь сейчас попробую на сахар. Вот, 1/2 стакана взяла крахмала. Ну, тоже надо смотреть. А, сладковато. Ну ладно, нормально. У нас Сережа любитель. Так. Холодненькой водичкой разбавляем. Все перемешиваем. Если надо погуще, побольше крахмала возьмите. Можно это регулировать по мере. Вот оно так растворяется быстренько. Так, время 12. Сейчас купаты начну жарить уже. Все, самса кончилась, купаты кончились. Надо
Все по-новому делать. Так, добавляем. Мы любим пожиже кисель. Кто-то любит прям ложкой кушать. Вот, достаточно, мне достаточно. Сейчас еще загустеет, остынет. Что за драка там? Вот, вот такой кисель. Получается легко и просто. Не надо покупать. Сейчас я еще возьму эту пюрешку, которую давим. Помну немножко эти ягодки. Чтобы сок отдали. Все, рыжий злится. Маша разозлила. Густоватый, густоватый киселек. Ну, хорошо, хорошо, все. Все, не варим его, выключаем. Вот он закипает, выключаем. Кисель готов. Мы прям с ягодками будем пить. Так, ну что, ставлю купаты жарить на сковородке гриль. Да. Сажусь кушать. Мужиков не дождешься, у них там дела-дела. Огурчики достала вот в кетчупе опять. Потом это. Господи, колбаска, короче, гриль. Вот еще макарончик и кисель такой. Сейчас пообедаю мне, потому что бежать надо на работу. Срочно. Поставлю сейчас мяско на бешбармак. Закипит первая вода, солью во второй. Поставлю варить на медленном огне. Маша тут хлебушек допекет. Пусть мяско. Часа три пусть поварится. Тихонечко. Там уже вечерком тесто сделаю, прибегу. Покажу вам бешбармак. Бежать, бежать на работу надо, друзья. Напекла блинчиков. Вот это масляное, маслом смазала. А вот эти сейчас буду начинять творогом. Дома жарко, еще у плиты варится вон большая кастрюля, не видать? Вон. Мяско для бешбармака. Ой, наверное, сегодня не буду сочным делать. Вот вообще уже сил нету, ноги гудят весь день. Не присела. Вон у меня есть готовые сейчас жайма. Отварю, нам хватит. Так, ну-ка. Чуть-чуть сахарку сейчас добавлю. Такой творог вкусный, это вообще что-то. Не буду запекать в духовке. И так съедим. Ничего не пойму. Не сладко, что ли? Нормально, нормально. Берем блинчик. Блинчик.
Опс, 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 первертопс. Опа. Такая вкуснятина. Я уже себе пока жарила, два блинчика завернула. Вкуснятина. Опс, опс, опс. Опа. Еще вот эти вот сухарики так соберу. И вот так блинчик. Опа. Сколько у меня? Видите, делаю немножко с творогом. Сергей не будет. Как так творог, да, не любить? Я не знаю. Так, опс, опс. Это я буду и Маша, ну и Саша, может быть. Можно по-другому завернуть. Вот так, раз, два. Тогда меньше сыпется. Можно так, какая разница? Вот так вот. Не кругляши. Так, осталось раз, два, три, четыре. Разделю. Я уже и наелась, мне уже и бешбармака не надо. Сейчас выйду на улицу. После Нового года банки составляла пустые из-под компотов, огурцов. В гараж, полный гараж. Сейчас мне надо их унести в баню, пока мне их не переколотили. Вот и погуляю. Так, и два осталось сейчас. Распределю. Сюда чуть-чуть. Ай, ладно. Не буду делить. Вот так. В один все. Нет, много. Много. У нас уже вечереет. Все, мяско сварилось. Вот этот жирок сняла сверху вот с водичкой. Сюда сковородку и лук. Так как у нас мало народу, нам одной головки хватит лука. Пусть как бы, как это называется? Немножко покипит, забыла. Сюда бросила три картошинки, ну, чтоб сытнее было. Бешбармак вроде и без картошки делается. Сейчас достану это мясо. Вон в тарелочку. Буду отделять мякоть, пока картошка варится. Потом достану картошку, буду отваривать сочни. И все вот так вот чик-чик-чик в перемешку будем складывать. Так, немножко убавим. Можно поперчить сейчас, посолить лучок. Чтобы вкусненький был. Мясо разделила. От косточки отделила. Вот такие сочни у меня. Хватит на двоих. Все, жду. Теперь картошка сварится. Вытаскиваю, режу ее такими
тоненькими кружочками. Ну, не совсем тонкие. И все, на блюдо у меня первым пойдет лапша, отварю. На лапшу картошку разложу немножко. На картошку мяско пойдет, на мяско лук. И немножко бульончиком все полью. Присолю мяско. И наш бешбармак готов. Сейчас Сергей заходит, руки моет. Прямо перед подачей на стол начну сочни варить. Ай-яй-яй, друзья, не показала вам бешбармак в конечном виде. Так заторопилась. Вот у него есть такая особенность остывать и слипаться сочнем. Надо быстро. Я поэтому быстро собрала, на стол поставила. Все покушали. Я говорю, ё-моё, съели. Я не сфотографировала красоту. Ладно, как-нибудь в другой раз, там еще есть мясо. Ну, маленько подышать, а то весь день на кухне, прогуляться по нашей улице. Че ты сразу? Ну все. Вот, хотела вам сказать до свидания. Пока. Пока. Не знаю, завтра, может, отдохну. Ничего не буду делать. Ничего. Блины есть, все есть. Посмотрим. Мороз, 20 градусов. Все, пока.